Привет! Добро пожаловать на медитацию, которая поможет тебе поверить в себя. Расслабься и прими удобное положение. Сделай так, чтобы твои руки и ноги не смыкались. Некоторое время побудь в тишине. Теперь направь все свое внимание на собственное дыхание. Понаблюдай за тем, как ты дышишь. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Просто наблюдай за своим дыханием еще несколько мгновений. Почувствуй, насколько ты сейчас расслаблен. Почувствуй, как волна спокойствия начинает накрывать тебя. А теперь постарайся вспомнить себя маленьким ребенком. Сначала ты был беззаботным и веселым. Ты постоянно пробовал что-то новое. Ты не боялся неудач. Даже когда ты учился ходить, ты делал это бесстрашно. Падал и вставал. А потом вставал и снова падал. Шли годы, ты пробовал себя в разных сферах, в разных областях. И вместе с этим вокруг тебя начинали слышаться разные голоса. Это были голоса тех взрослых, кому ты доверял больше всего. Это были твои учителя, твои родители, старшие братья и сестры. Они стали критиковать тебя. Некоторые в шутку смеялись над тем, что ты делаешь. Если ты начинал петь, то тебе могли сказать: «Да у тебя совсем нет слуха, лучше танцуй». Когда ты пытался рисовать, тебе могли сказать: чтобы быть художником, для этого нужен талант. Оставь это другим, людям с талантом. Когда ты делал что-то своими руками, тебе говорили: понимаешь, у кого-то руки растут из одного места. Лучше не пытайся сам это сделать. И ты закрывался и принимал на веру все, что они говорят. Они не уточняли, что таланта не существует, что талант – это количество усилий, которые ты прикладываешь. Они не поддерживали тебя и не говорили, что если ты будешь больше практиковаться, то тебя обязательно ждет успех. Они не говорили тебе, что верят в тебя всей душой, и что именно такие люди, как ты, создают великое на этой планете. Тебе говорили: не высовывайся, на том, что любишь, невозможно заработать, это никому не нужно. К тебе не относились как к человеку с уникальными данными и способностями, как к человеку, который может достичь всего, чего он захочет. А может, они просто молчали и не говорили ничего. И вот ты вырос, и ты перестал верить в себя. Ты не верил, что можешь придумать хорошую идею. Ты не верил, что усилия могут гарантировать результат. Ты не верил, что твои мысли кому-то нужны. Ты не верил в свою исключительность. Но иногда важно напоминать себе, что тебе уже не 6 лет. Никто не знает, как правильно. Никто не придет и не проверит. Больше никто не скажет тебе, что ты недостаточно умен или талантлив, или недостаточно хорош для чего-то. Теперь ты сам решаешь, когда начинается твой успех.
Самое главное – не бояться столкнуться со своей силой. Эта сила внутри тебя. Почувствуй ее в теле. Эта сила всегда была с тобой. Она просыпалась в те моменты, когда ты занимался любимым делом, когда преодолевал себя, когда решал трудную задачу. Эта сила просыпалась, когда ты терял счет времени и когда подходил к истине. Она всегда была с тобой. Она была причиной твоих достижений. А теперь представь, как эта сила приобретает очертания зверя. Что это за зверь или птица? Может, волк или медведь, сокол или чайка? Видишь его? Посмотри на этого зверя. Посмотри в его глаза. Пристально. Подойди ближе. Как этот зверь смотрит на тебя? Он восхищается тобой или боится? Он злится, что ты до сих пор не приручил его. Он хочет, чтобы ты выпустил его наружу. Он мечтает показать себя во всей красе. Почувствуй его дыхание и тоску, потому что он больше не хочет сидеть в клетке. Он не хочет быть больше закован в маленьком вольере нашего восприятия. Посмотри на него. Он хочет тебе что-то сказать. А теперь услышь его без слов. Что он сказал тебе? Этот зверь – твоя сила. И она прямо сейчас рядом с тобой. Это часть тебя, и она готова вырваться наружу. Она хочет разорвать все рамки, преодолеть все барьеры и мчаться навстречу бесстрашным свершениям. А ты готов отправиться вместе с этой силой навстречу своей великой судьбе? Оставляю тебя на минуту наедине со зверем. Погладь его, посмотри в глаза и пообещай выпустить его на свободу. И самое главное, пойми, что тебе нечего бояться. Этот зверь и есть ты. Наслаждайся и открывай глаза, как будешь готов.